Так, это уже добрый вечер. Вот смотрите, какой красивый поселок. Даже не знаю, это не город, не село, но как поселок, наверное, такой приморский. Везде огонечки, как будто Новый год или Рождество. Такой памятник тут такой, куполистый. Тут все гостиницы и дома, которые сдают квартиры. Ничего тут только нет. И мороженые, и рестораны, и вот вещи продают, и всякие книжные магазины. Мы сейчас пойдем на обратном пути, там волейбольный мячик купим, чтобы в море купаться можно было. Только что по мороженому съели, это мы после ужина гуляем. Видите, какие тут деревья интересные. Сразу видно, что мы находимся возле моря. И там такая улочка узенькая. Интересное вообще село. Так, смотрите, мы в книжном магазине зашли погулять. И смотрите, что я тут увидела. Та-дам! Аргументы, факты русской газеты. 2 евро 50 копеек. Классно. Знаете почему? Потому что здесь очень много русских. Я заметила. Русские, украинцы. И вот кому-то хочется почитать на русском языке, почитают. Так, у нас уже потемнело. Смотрите, какая красота везде. Народу тьма. Время уже где-то около 9:30. Народу тьма. Это, я так поняла, главная улица, скорее всего. Красота. Такие шарики разноцветные, мигающие, продают. Тут на каждом шагу что только не продают. Кстати, пересмотрела. Тут хотим купить волейбольный мяч, чтобы играть в море. У одного спросила, такой хороший волейбольный мяч стоит 15 евро. Думаю, ничего себе, но не купила. А сейчас спросила в другом месте, там уже 10 евро. Я говорю, хорошо, я сейчас с собой деньги не взяла, потом вернусь. Он говорит, нет, он говорит, 2, и говорит, 9. Я говорю, хорошо, я вернусь. Смотрите тут. Карусель, карусель, тан-тан-тан-тан-тан-тан. А где дети? Никого из детей. Зато карусель работает. Классные слоники, супергерои, дракончик. Весело. И тут арка такая, аркистая. Вообще так классно, так весело тут, везде огонечки. Точно как будто Новый год там какой-то или Рождество. Гуляй и гуляй вечером.